Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы продолжаем проходить игру под названием Silver Chain, Серебряная цепочка. И наша сегодняшняя задача — попытаться пройти эту игру до конца. Остановились мы на том, что мы нашли все реликвии, и нам теперь надо найти... как они там называются? Скажите, я вам скажу. Какие-то там были растения. Растения, которые нам надо бы найти. Вот. И вот у нас есть первое обозначение, где оно примерно находится. То есть как-то нам нужно найти способ попасть в эту комнату. Но она закрыта. Может, через эту дверь? А тут вообще не пройти. Каким образом нам можно попасть? Ага, там как-то смотрим на этот вот изображение, куда оно показывает, где кружочек обведен, где у нас кружочки. Короче, по-моему, как-то мы должны двигаться в этом направлении. Но пока непонятно, как мне туда поближе подойти. Какие-то картины, видите, все как будто бы мне мешает. Попробую спуститься сейчас в эту сторону и тут где-то в левой стороне высматривать это внимательно. Еще раз нажму. Вот, видите, оно где-то там наверху, может где-то на полке сверху. Но оно где-то совсем недалеко, совсем рядом. Это подвинуть, к сожалению, у меня тут никак не получится. Ладно, значит, будем думать сейчас. Включаем обратно фонарь и видим, что тут у нас какой-то, может быть, проход есть специфический. Вот, возможно, где-то здесь как раз и хранится этот лепесток. И сейчас нажмем еще раз, допустим, посмотрим. Да, где-то там. Возможно, нам нужно вернуться на самую нашу начальную локацию. Ну что ж, поползли. Так, давайте, а где мой фонарик? Надо тут все внимательно изучить. Что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Что у нас? Кровать, какие-то балерины. Что тут еще такого можно полезненького найти? Ванна, унитаз. Что еще? Что еще? Шкафчик. Опа! Толкнуть. Шкафчик какой-то. И есть какой-то у нас дырище какая-то. Лезем в дырку, посмотрим, что нас там будет ждать. Ну, пролез я, допустим. Тут темно, что-то очень у вас, слушайте. О! Такс. Куда нас привело это все дело? Мы тут еще не были, кстати. А если я R нажму сейчас? О, так мы почти подошли к нашему этому самому асканиту, или как он называлось. Использовать. Ух ты, надо голову поворачивать. Так, а это что такое? Еще голова какая-то. Конь, коняка, гляньте какой. Йо. Так, а тут нету статуи, нету головы. У меня же есть она. Что-то повернул. О, потайная дверь. Вот оно что. Наверное, там и спрятан асканит этот. А лампа хоть работает? Работает. Вот он. Цветочек. Они сделали все, что угодно, чтобы остановить меня. Мне пытается поменять... Мне пытаются поменьшать, закончить ритуал. Нужно не дать себя догнать. Окей, окей, не вопрос. Что делать дальше, только скажи мне. Тут заперто. Нужно искать дальше цветы. Нужно искать следующий цветок. Тут, мне кажется, все забрали. Я могу что-то под стол залезть. Нет, не могу. Хорошо, давайте нажмем еще раз R, поглядим, где у нас следующий цветок. Он должен... Вот он. Сияет уже в том месте. Как мне к нему проникнуть? Как мне тут пройти через эти все штуки? Наверное, никак. Нужно, наверное, отсюда выбираться. А где мой фонарь? Может быть, здесь есть какой-то еще проход туда быстренький? Ой, что-то все взрывается. Тут даже глобус вон какой-то. Возможно, здесь все, что мы могли взять, уже взяли. Наверное, надо отсюда валить. Попробуем отсюда выбраться. Так, сейчас нажмем снова R и поглядим, куда нам нужно будет девать себя. Тут какой-то звук странный. Так, шкаф, если что, я могу прятаться? В этот не могу. Там был шкаф, который я могу, в принципе, если что, заныкаться. Вот этот, кажись. Так, R. Я хотел нажать R. Поглядеть. Вот оно где-то там сияет. Эта дверь не поддается. Идем искать. Идем искать дальше. Это мне нужно еще два асканита этих, два цветка найти. У меня ритуал будет, в принципе, завершен. А вон он внизу, там один горит. Так, R нажимаем. Где-то вон там сияет. Сияет вон там. Может быть, оно где-то тут все же? Наверху где-то вот тут сияет. Значит, мне надо выше подняться. Ну, тут не возле куклы. Куклы тут уже наверняка не будет. Да, она убежала. Куколки уже тут нету. Так, значит, надо на высший этаж было подняться. Сюда мне не стоило было заходить. Так, где тут подъем? Вот он подъем. Лампа. Лампа, говорю. Так, еще раз R. Смотрим. Вот оно, где-то вот здесь.
Это вот в этом помещении. Смотрим. Пароль! Как я должен этот пароль узнать? Опа! Кукла, что там делаешь сверху? Голова поворачивается, мамочки. Ой, нет! И развалилась. 6, 8, 9, 6. 6, 6 и 89. Давайте набирать это число. Значит, что тут у нас? 5, 6. И здесь 6. Римские, кстати. Это вам не хухры-мухры. Это 10. 1, 2, 3, 5, 6. И тут было 69. 6, 6 или 89. Так, это у нас что? 6, 7, 80. А тут девяточку надо поставить. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Что я не так выбрал? Подождите, когда... Или я не то... 89, 6, 6, 89. Что не так? 5, 6, 6. 5, 6, 7, 80. Это 10 будет уже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9, 5, 6. Все! Открывайся. А почему не открывается? Что не так сделал? А может, они надо вверх ногами их водить как-то? Может, оно так нарисовано? Он же был, персонаж был вверх ногами у нас. Может быть, мы должны были смотреть по-иному на них? 96, 89. Может быть, 96, 89? 6, 7, 8, 96. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 89. 96, 89. Это на что? Это на 8, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80, 6, 7, 8, 9. Да! Вверх ногами было написано. Кукла не зря была перевернута. Открываем. Вот он кусочек. Вот он еще один кусок растения. Сохранение. Осталось найти последний аконит. Где же он может быть? Найдем четвертый аконит. Хорошо, давайте нажимать кнопку R и смотреть, где же останется последний. Он был где-то под не под землей, а внизу, я помню. Но пока что у меня тоже тут нигде не отображается. Значит, он довольно далеко. Листки. Что-нибудь тут подобрать, возможно. Нет? Не надо. Последний аконит. Где ты можешь быть? Нажмем R, чтобы хотя бы примерно... Это оно? Лестница. Какая-то лестница. Как мне туда проникнуть вниз? Как мне... Подожди, я запутался. Лестница здесь. Тут дверь не поддавалась, никогда не открывалась. Да, аконит. Еще раз смотрим. Вот он внизу. Надо спускаться по-любому вниз. Так? Так. Дальше. Что у нас тут? Школа. Вот спуск вниз есть у нас. Лезем вниз пока что. Там, думаю, у нас как-то все станет на свои места. Вот здесь, кажется, он был. Нет? Да. Бум-бум. Вот он там внизу. Что это за помещение? Я не помню. И как туда пройти? Как туда мне спуститься вниз? Еще раз R нажму. А вот лестница. А я тут раньше не была? Почему я сейчас ее вижу? Надо обойти кругом, значит. Я раньше, честное слово, не замечал этой лестницы. Может, она появилась только сейчас? Я не помню, чтобы тут лестница была. А может быть, она там всегда была? Что я не замечал? Так, как мне к ней спуститься? Как мне по ней спуститься? R. А, только когда я смотрю через этот вот свой взгляд, я вижу ее. Так. Вот она, сканет мой. Берем. А! Шкаф куда-то. Божечки, она меня поймала! Она меня поймала и скрутила мне шею! Ой, блин! А когда мне прятаться? Куда мне убегать? Брать, сканет и куда мне текать? На лестницу? Или какой-то шкаф? Куда мне нужно было от нее драпать?
Тут некуда убегать. Я не знаю, с какой стороны она выпрыгивает. Ну ладно, сейчас будем смотреть. Вот оно. Побежали. Попробую убежать от нее. Так, мне нужно наверх, на чердак. Она бежит за мной. Наверное. Наверное, она бежит за мной. Наверное, она бежит за мной. Школа. Так, она за мной топает. Топ-топ-топ, топает, малыш. А я куда-то... Я не туда пошел. Шкаф, мне нужен шкаф. Срочно мне нужен шкаф. Или туда. Пора подняться на чердак и покончить с куклой. Я, кажется, от нее драпанул. Она от меня отвязалась, если я правильно все понял. Я от нее убежал. Просто убежал банально. Все, теперь мне нужно подняться на чердак. Главное сейчас не попасться бабке этой, бабке на глаза. Значит, что у нас есть тут? Тут у нас есть проход. Нам нужно добраться до лестницы и активировать эти асканиты все. Вот лестница. И там где-то был чердак. Сейчас мы попытаемся там сориентироваться. Все быстро сделать. Так, вот тут поворот, по-моему, не помню куда. Вот сюда, кажется. Но это не точно. А, тут мы цифры вводили. Нет. Что-то в эту сторону. А, вот эти двери. Точно. Тут я не мог никак проникнуть в двери. Я долго и нудно их пытался открыть. Все, вот он чердак. Надеюсь, сейчас все получится. Быстро, 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 быстро. На лезть же ты быстро. Это жесть, какая игра страшная. Так. Так, 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 нормально, нормально. У меня вся душа в пятки ушла от этого взрыва. Я такой себе бегу, как ни в чем не бывало. Тут на тебе. Прыжочек, прыжочек на меня. Ползем. Фух, я чуть не штаны не наложил. Так, этот взрыв был очень страшен. Так, ну где, 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 куда вставлять? Куда, куда, куда эти вот? Сейчас, честно, у меня какая-то дичь снова выпрыгнет, я так чувствую. Так, тут у нас все стоит, все фигурки у нас поставлены уже. А вот здесь можно поставить, зажег. Еще. Использовать. Что-то активировал. И что теперь? Ритуал готов? Что мне теперь делать? Ой. Ой, что-то взрывается, что-то смеется. А что? А, нож. Что за хихонькой? И что теперь? Что нажать? Нож, я вижу какой-то нож. Бери нож! Бери нож, пригодится! О, привет! Ты тут хихикаешь? Ты что ржешь? Иди сюда. Сейчас мы тебя, короче, принесем в жертвоприношение. Ну, ты какой он красавчик. Давайте на свету его рассмотрим. Какой красавчик. Какие у него глазки. Какие у него губки. Я тебя собирал, я тебе поверил. А ты, проказник, куда тебя надо поставить? Тут? Сюда? О, как его трусит, смотри. О, он, кажется, потрескался чуть-чуть. Развалился. Все, демон с него улетучился. Вот это демонюга. Ого! О! Ты чё рычишь? Не рычи на меня! Какой здоровенный, какое-то мохнатое существо, похожее на лошадь. И загрузка пошла. Так, я проснулся. Сохранение. И где я очутился? Я не помню этого места. Двери. Закрыто. Фонарь хоть оставили мне? Оставили. Шкаф вскрытый. Закрыто. Стенка. Тут две двери. А здесь? Ой, тут все закрыто, слушайте, и тут стенка какая-то. Все двери заперты. Стоп. Замок. У меня же... И тут тоже двери появились. Я ничего не понимаю, что мне теперь делать? Хотя бы у меня есть медальон на R. И медальона у меня нету. Так, ну очень хорошо. Что мне делать теперь тут? Смотрим внимательней. Тут не открывается. Тут двери. Может, какие-то двери я пропустил? Я вроде все передергал. Они все заперты. Тут кирпичная стена. Тут дверь не поддается. Я одну дверь пропустил. Я эту дернул. Эту не дернул дверь. Вот она. Стоп! Я вернулся туда же. Я там же, где и появился, там...
Что за ерунда? Опять там же. Еще раз ту же самую дверь. А теперь закрыта она. Теперь вот эта дверь. Каждый раз новая дверь открыта. Теперь вот эта. А где я? О, я помню, библиотека. Фотка. О, с мамой. Моя мама ее на петлю. Потому что думали, что она ведьма. Она хотела всего лишь из куклы... так, фотку я взял. Что мне с фоткой делать теперь? Фоточкой, фоточкой. Что мне делать с фоточкой? Я могу обратно вернуться. Опять появился тут. Я фотку для чего-то взял. А зачем мне фотография? Ух ты! Где это я? Я выбрался на улицу? Я вышел от этого дома? Это конец? Какая-то машина? Питер, у меня зовут. О, мама? Мама? Реально. О, Питер, мне так жаль. Из-за меня теперь тебе придется исправлять то, с чем я не справилась. Мы снаружи, мы можем уйти отсюда. А Элли и Тимми, их все еще держит заклятие. Я не могу им помочь. Я не обязан. Не обязан. Хотя я обещал Элли, но если я умру, вдруг я тут только чтобы умереть. Смерти нет. Я люблю тебя, Питер. Я тебя. Закрыто. Закрыто. Значит, мне нужно еще спасти двух ребят. Так, фонарь. Мне нужно еще как-то двоих спасти. А как? Как их спасти? Я без понятия пока. На средней двери нет? Вот эти теперь доступны мне двери. О! Это кто там сидит? Ой, божечки! Мелкий крысеныш снова здесь! Божечки! Я двигаться не могу. Не могу двигаться. О, могу. Поднялась чучело гороховое. Иди, иди отсюда. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не нужно было от нее бежать, наверное. Отпусти меня. У меня голову свернуло. Мелкий крысеныш снова здесь. Да, тебя. Пустите меня, пустите меня. Я не могу от нее оторвать взгляд. Уйди от меня, демонюга. О, поднялось. Уходим. Уходим. А куда? Закрыто. О, шкаф, 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 шкаф. Прячемся. Оп. О! Тихо, 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 тихо. О, нет! Как она меня нашла? Не трогай. А, фотографию. Увидела фотку. Память. Получено достижение. Отпустила меня из-за того, что увидела у меня фотографию семьи. Офигеть. Так, я вижу мячик. Мячик, мячик. Мячик, стой. Фонарь. Всякие пожарные возьму. Бум. Я помню, так было в начале сама. О, мальчик. Отдай мяч. О, он китаец. Давай, спасибо тебе, умница какая. Так, мячик у меня есть. А-а-а! Это кукла! Нож, о, у меня нож есть, сейчас тебя пырну. Но. Так, это я сам себя пырнул, получается, ножом. Это как понимать? Мальчик, это я? Что тут происходит вообще? Сохранение. Так, жми R, чтобы достать или убрать монокль. R, монокль. R. Согласно указаниям, казалось, здесь должны быть амулеты. Амулеты. Удерживайте. Доски какие-то. Удерживаю. Я могу раздвигать доски силой мысли? Ничего себе. О! О! Тихо, 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 тихо. Кто-то за мной бежит. Кто-то за мной двигается за моей спиной. Нет, 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 нет. А! У него в животе! У него в животе игрушки! Офигеть! И голову мне свернуло. Демонюга. Так, а как мы должны были взять амулет? Может поставить ее быстро в ритуал? Так. Доски. Попадали. Раздвигаем доски. Пытаемся их разбросать все. И забираем медальончик. Забираем. Убегаем, убегаем, убегаем. Медальон у меня есть. Медальон у меня есть, в принципе. Это уже очень даже хорошо. Так, и за мной монстр бежит. Но это, конечно же, нехорошо. Это уже плохо. Ничего, я надеюсь, сейчас получится от него драпануть. Так, прячемся под досками.
И проползаем себе тихонько. Чик-чик-чик-чик-чик. Так, теперь. Что мы можем сделать теперь? Надо сразу же себе выбрать хорошую позицию. Берем и бежим. Бежим, он там слева появился. А мы от него сразу же ловко, приловко и быстро уходим. Запутываем его, запутываем. Чтобы он не получается нас не нашел, не нашел. Так, тут у нас поворот налево был. Где-то здесь я хотел присесть, чтобы он меня от меня отстал. Кажется, получилось. Меня потерял. Вот. А тут есть у нас вентиль. Я тихонько себе по чуть-чуть его выкручиваю. Для чего? Чуть попозже узнаете. Открутил. Так, еще один там будет вентиль. Нам нужно теперь как-то к нему добраться, чтобы нас не поймал монстр. Монстр тут где-то ходит. Так, R нажимаем. Проверяем периодически, куда нам нужно идти. По этому коридору там слева, по-моему, было. Я себе присел. Потихоньку от себя топаю. В надежде на то, что монстр не поменяет свою траекторию. Вот он там был. Кстати, о птичках. Пошел. Монстр пошел, мохнатый. А вот и крутилка моя. А я тут спрячу себе за стенкой и тихонько ее подкручу. Таким макаром. Мы с вами отключаем газы. Так, что у нас есть теперь? Осталось последнее, по идее, последний артефакт. Нам нужно было три их, наверное, собрать. Мяч, и потом их установить в тот круг. Побежали. Оп. Присяду, пожалуй. Так, R нажму. Вот. Ну, больше нигде таких кругов нету. И последний, по идее, мячик, который мне нужно в круг поставить. Ну, то есть только три артефакта и все. А ведь... О! Вы что он там стояло? Мяч охраняло, что ли? Боже ты мой. А что он там за углом стояло прям? Я не понял, это что бы... О, шкаф есть, я могу в шкаф залезть, в принципе. Но тут стоит до сих пор. А как мне кругом-то, получается, его нужно обойти? Наверное, лучше кругом обойти, попытаться. О, я могу тут сейчас фигурки поставить, посмотреть заодно. Чикс. Раз, два, три. Так, мне не хватает амулета в любом случае. R нажму. Но только здесь отображается круг, больше нигде нету. Единственный. Как я должен к нему проникнуть? О, раздуплилось сумасшедшее существо. Только не знаю теперь, где оно топает, тут или не тут. Я иду к мячу. Ой. Оно меня заметило. Мне нужно к мячику. Мне нужно к мячику. Оно двигается за моей спиной. А мячик был где-то тут, что был шкаф. Может, мне лучше в шкаф заныкаться? Вот он мяч. Взял его, к примеру. А тут не был тупик случайно? Что-то мне кажется, что здесь был у нас тупик. Нет, пожалуйста. Только нет. Нет. Ушло, ушло, ушло. Развернулось. Фух. Понесло, блин. Так, хорошо. Теперь мне нужно как-то дождаться, чтобы оно отсюда свалило. Ой, оно идет обратно. Попробую убегать. Попробую обижать его кругом. Там надо было поставить. Это последний фиг. Оно сзади меня бежит. Вот сюда, 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 сюда. Так. Попробую сейчас поставить в круг мяч. Попробую поставить сейчас в круг мяч. Попробую. Есть, активировалось. А где оно? О! Вот оно. О, попало в круг! Попало в круг! Нет, Питер, у меня кинжал. Я сам себе. А, типа я это он. Как с куклой было. Я сам себя порнул.
освободитель, получим достижение. Офигеть. И чего? О, я живой все-таки. Это кто такой? А это тех детей, которых я освободил, да? Это они? Я в доме. Хорошо. А где я лежу? На полу, хоть бы меня на какой-то диван положили. Какие-то ботинки. О, кто мне за руку тянет? Это призраки, которые освобождены. Дети, они теперь свободны? Этого демона. Яркий такой свет. И куда же нас... Ну, вывели нас на улицу просто. Типа, все, из дома меня вытянули. Silver Chain by Cracked Heads. Это компания, которая разрабатывала эту игру. Прикольно, паблишит. Head Up. Head Up. SEO Dieter Schelder. Прикольненько, но это все, наверное. Мы пропустить это никак не можем. Титры эти. Нет, надо дождаться, пока они до конца дойдут. Короче, мы походу прошли, да. Прошли мы игру до конца. Возможно, что-то будет в конце, какой-нибудь мультик какой-то еще или какое-то объяснение, но, скорее всего, ничего не будет. Просто мы уничтожили этого босса последнего, этого демона главного. И, в принципе, на этом и закончилась игра. Мы освободили дом. Понятно, в принципе, вся история. Примерно так, как пазл сложился, что было две семьи, по сути. Была служанка, которая присматривала за детьми, у нее был свой сын. И была женщина, у которой... И была семья, у которой было двое детей, у которой муж погиб. Муж погиб при каких-то странных обстоятельствах, потому что он был путешественником, привез какую-то куклу с собой. Привез какую-то странную куклу с собой, и она имела в себе демона. Вот такая вот история, вот такая игра. Если вам понравилось, я буду рад. Ну, мне игра зашла, мне прикольно было. Скримеры классные, атмосфера хорошая, дом интересный, головоломки. Правда, были некоторые места такие сложноватые, где нужно было подумать, ну, как подумать, порыться получше в локации. Но, в принципе, игрушка годная. Всем спасибо за просмотр, увидимся на других следующих видеороликах. С вами был Ниломоб, всем пока-пока. Быстро.